Студенты театрального факультета Воронежского института искусств получили уникальную возможность стать участниками лаборатории пластического театра, организованной в рамках международного фестиваля школы современного искусства «Территория», который уже 10 лет подряд представляет в Москве все самое лучшее из мира современного сценического искусства и смежных с ним жанров. Я скажу несколько слов про фестиваль «Территория». Мы 12 лет существующий крупный международный фестиваль мультижанровый, который называется «Фестиваль школы современного искусства», который программируется и проходит при участии 7 ведущих деятелей современного театра и современного искусства: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Кирилл Серебренников, Роман Должанский, Василий Церетели, Теодор Курензис и педагог школы-студии МХАТ Андрей Ураев ежегодно занимаются программированием этого достаточно плотного, крупного фестиваля, который имеет еще свою образовательную панель. Поэтому мы и называемся «Фестиваль школы», потому что мы занимаемся повышением квалификации для всех творческих профессий, для всей талантливой молодежи и артистов, режиссеров, дирижеров. Для проведения мастер-класса в столицу Черноземья прибыл Максим Диденко, известный режиссер, хореограф, педагог, выпускник Санкт-Петербургской театральной академии, на счету которого уже несколько постановок, покоривших московские и петербургские подмостки. В 2014 году он стал лауреатом престижной Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» в номинации «Лучший режиссер». В своем творчестве Максим Диденко делает упор на жесты и пластику тела артистов, обращаясь с помощью такого специфического языка к эмоциям и чувствам зрителей. Я для темы лаборатории взял творчество Дмитрия Александровича Пригова, просто потому что я всегда хотел обратиться к его творчеству, и никогда не было достаточно времени для этого. Я подумал, что вот у меня будет лаборатория, я наконец хотя бы немножечко начну глубже это исследовать, и взял в результате текст 1974 года, который называется «Широка страна моя родная». Вот. Это как бы, как сказать, такой диалог Дмитрия Александровича с текстом очень знаменитой русской советской песни. Да? Почему я это сделал? Во-первых, потому что я буду делать в Театре нации скоро спектакль, где эта песня является лейтмотивом, по мотивам кинофильма «Александрова цирк». А во-вторых, потому что, мне кажется, сегодня в нашей стране мы как бы действительно нуждаемся в переосмыслении понятия патриотизм, родина, и так далее. Вот этих вот всех очень, таких как бы, вообще нашего советского прошлого и нашего сегодняшнего такого настоящего, который почему-то к этому советскому прошлому как-то очень быстро, я не знаю, катится или идет, или бежит, или вообще что с нами происходит. И мне показалось очень важно как бы это отрефлексировать, и отрефлексировать это с молодыми людьми. И, в общем, так как я занимаюсь вот вместе с Аней больше таким физическим театром, танцевальным каким-то, да, таким каким-то телесным, что ли, театром, то в этом, что мы делаем, меньше, конечно, работы с текстом и больше работы с телом, с вниманием, с воображением, с дисциплиной. И, наверное, столь короткий срок сделать какое-то прям шоу нам не удастся, но вот мне очень нравится тот процесс, который происходит у нас сейчас. И та степень внимания, с которой студенты подходят к тем задачам, которые мы с Аней перед ними ставим, как бы и меня включает, и надеюсь, что их. И мне кажется, что та интенсивность, из-за того, что все-таки сроки очень сжатые, сложность задачи, которая перед нами встала, она такая очень мобилизующая.